Третий секретарь посольства США. Если бы это была подстава, то как бы в случае с Таргамадзе используют его вот американцы. Потому что, представляете, поймали бы американского, значит, дипломата, когда он передает деньги Удальцову для проведения беспорядка. Вот это подстава. Поэтому они используют бедных грузин, потому что они полностью под их дудку пляшут. А здесь речь просто, мне кажется, на американские налогоплательщики должны задать вопрос, куда они тратят деньги, потому что если у них так работает ЦРУ, то это просто вызывает улыбку. Я уже думал, после провала Анны Чапман ничего похожего не будет у нас. Но, как показала, видите, эта история, не мы одни, значит, палимся.